Чудесный день представляет. Как же все надоело! Вечно правила, обязанности. Вот бы как раньше, посидеть с друзьями. Эх, ничего не было лучше, чем повеселиться с Энером и Дарком. Твое желание исполнено. Дарк! Энер! Вы не представляете, как я рад вас видеть! И мы тебя. Еще бы! Сколько мы с тобой не виделись? Года 4? Ну да. А вы какими судьбами? И надолго? Думаю, на недельки 4. Может, 5. Если приютишь, конечно. Я с удовольствием. Энер, а ты? Я так же, как и Дарк. А вы разве ничего там с динозаврами стихии не делаете? Я сбежал. Знаешь, как иногда бесит. После стольких лет свободы торчу на одном месте и отдаю свою энергию на одно и то же. Значит, и я тоже. Значит, и я скоро буду в розыске. А ты почему? Я лучший и единственный друг Энера. Значит, меня точно будут искать, когда обнаружат его исчезновение. Так-так, веселая троица. Шрам. Гром, ты чего так тихо подкрадываешься? Пожалуйста, не сдавай нас. Ну, только в крайнем случае. Хорошо? Ладно, я вас не видел. Ну что, куда полетим? Предлагаю к нашему озеру. Согласен. Происходит. Зачем эта троица здесь? Драго! Драго! Там невероятное! Морис, давно я тебя не видел таким взволнованным. Ты что, привидение увидел? Хуже. На острове Шрам, Энер и Дарк. Веселые такие. Что? Как такое может быть? Что они задумали? Боюсь, что ничего хорошего.
а особенно от Дарка, можно ожидать только одни неприятности. Мне как-то жутко, Драго. Нам с ними не справиться. Да. Летим в Саксонию и выясним у Илариона, что происходит. Иларион, что ты можешь на это сказать? Почему эта троица вместе? И что они задумали? Понятия не имею, но знаю, кто наверняка в курсе. Гром! Гром! Гром, где Шрам? Что-то я его не могу найти. Не знаю. Я его со вчерашнего дня не видел. Я чувствую, что ты лжешь. Драго сказал, что Шрам вместе с Эннером и Дарком. Куда они полетели и что задумали? Они вместе? Ох, ужас! Даже представить боюсь, что они натворят! Гром, прекрати! Ты все знаешь! Нет! Ты можешь сколько угодно пускать в меня огонь, но я действительно ничего не знаю. Почему-то я тоже тебе не верю, Гром. Эннер покинул нас. Он просто сбежал. А без него нам трудно будет освободить стихию пустоты. Я должен вернуть его назад. А я-то тут при чем? С чего вы взяли, что мне что-то известно? Шрам совершенно не обязан мне докладывать о своих делах. Я ничего не знаю. Я буду вынужден применить силу к тебе. Поверь, я этого не хочу, но я должен найти Эннера. Гром, ты уже почти вывел меня из себя. Да не знаю я ничего. Остановитесь! Вы же его сейчас убьете! Гром! Ты разучился приземляться? Прости, слегка потерял равновесие. Слегка? А что с тобой? Ты весь изранен. На тебя напали? Да, и мне нужна твоя помощь, Рекс. Да, конечно. Кто на тебя напал? Драго, босс и Иларион. Что? Ты бредишь? Нет. Дело в том, что Шрам, Эннер и Дарк объединились и куда-то улетели. И меня пытали, чтобы я рассказал, куда эта троица полетела. А ты знаешь? Нет, конечно, но они мне не верят. Почему-то я тоже. Тирекс, пожалуйста, можно я спрячусь у тебя в долине? Нет, конечно. Я не пойду против Драго и босса. Они мои друзья. Пожалуйста, Тирекс, мне больше не к кому обратиться. Босс с Иларионом
готовы стереть меня в порошок. Я пропаду без твоей помощи. Ох, Гром, на что ты меня толкаешь? Ладно, оставайся, чтобы залечить раны. Лети за мной. Я отведу тебя к Трицератопсу. Он поможет тебе. Привет, Трицератопс! Я привел к тебе гостя. Поможешь ему? Конечно. Но о том, что Гром здесь, никто не должен знать. Ох, наконец-то! Хоть минуточка покоя. Ты что делаешь, Трицератопс? Осматриваю тебя. Неплохо, тебя потрепали. Но за что? Да в том-то и дело, что ни за что. Да? За преданность вожаку. Шрам, Эннер и Дарк покинули свои владения и улетели. А я никому не сказал куда. Знакомая история. Ты о чем? Когда-то я жил в другой долине, и у нас был молодой вожак, который любил с друзьями устраивать различные игры. Но его отец запрещал им уходить далеко. И вот однажды они все-таки ушли. А так как я обычно все знал о них, отец со своими друзьями пришли и пытались выведать у меня информацию. Но я ничего не сказал, хоть мне и было больно. Приятно осознавать, что я не один такой. Все, хватит болтать. Пора заняться твоим крылом, да и остальными ранами. Крыло. У меня такое ощущение, что оно оторвано. Я его не чувствую даже. Есть только боль. Спешу тебя обрадовать, что с твоим крылом все в порядке. Оно не оторвано. Есть раны, но я с ними справлюсь, если позволишь, конечно. Лечи, я согласен. Не шевелись. Да, летать ты сможешь только через... месяц, 3 дня и 12 часов. Ничего себе, вот это точность. Я же сам лекарь с самого детства, и я знаю, сколько будет длиться восстановление. Полное или частичное. Вот чем отличаются драконы от динозавров. У вас все точно, а у меня, к примеру, все на глаз. А мы с тобой похожи. Меня считают волшебником, так как я могу вылечить, что другие не могут. И тебя тоже. Точно. А теперь полежи молча. Мне нужно обработать раны на шее. Ты? Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.